Смогут подзаработать. Почти 800 школьников устроят в этом году в трудовые отряды Петропавловска. За работу уборщиками территории, помощниками вожатых, учетчиков, библиотекарей и архивариуса ребята смогут заработать около 19 тысяч рублей в месяц. В приоритетном порядке будут трудоустроены несовершеннолетние из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из неполных, многодетных и неблагополучных семей. Кроме того, заработать смогут подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В мэрии отмечают, что для сокращения времени записи в летние трудовые отряды, а также с целью разъяснения школьникам порядка и сроков трудоустройства, принято решение обеспечить прием подростков по образовательным учреждениям. Таким образом, около 200 ребят будут работать в школах и детских садах Петропавловска. В этом году в целях соблюдения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции будут учтены все рекомендации Роспотребнадзора. Школьников обеспечат масками, перчатками и санитайзерами. Кроме того, ежедневно будет вестись журнал термометрии подростков. Добавим, что работа в трудовых отрядах стартует 1 июня.